де-факто он гражданин Украины, де-юре, соответственно, с переходными положениями, которые были приняты, скажем, по Крыму, он является гражданином России, но после только прохождения процедуры, а процедуру он тоже не проходил. Мой подзащитный считает себя гражданином Украины, я думаю, это достаточно. Место регистрации, а живой сейчас в городе Ростове, 74, камера 2. Я только что туда приехал, ваша честь, я там живу сейчас. Состояние здоровья нормальное, а рассматривание дела, это ваше дело, как бы я этот суд вообще не считаю за суд, поэтому можете рассматривать, что хотите. А Сенцов просто-напросто так относится к данной судебной системе, потому что его пытали, что вы хотите от человека, которого пытали, как бы говорит сотрудники ФСБ, которого долго уже содержат в местах лишения свободы и фактически не дают возможности общаться с родственниками. Я думаю, что у каждого человека нервы здесь, да. Поэтому можно еще здесь делать и скидку на его состояние.